Так, ну что, всем привет. Немножко трудовых будней вам в ленту. В общем-то, в межсезонье нужно ухаживать не только за гоночной техникой, но и за техникой, которая ее поддерживает. В частности, сейчас будем переобувать наш спринтак. Он еще немножко загрязнился. И, собственно, какого черта серый, спросите вы. В Москве уже месяц, как пришла зима, а вы только что переобуваетесь. Все очень просто, ребят. Мы, на самом деле, ждали, пока в нашем здании, прям рядышком по соседству, не то что по соседству, а прямо в нашем здании, откроется великолепная мойка «Мой автомобиль», в которой, кстати говоря, также шиномонтаж 24 часа. Поэтому сейчас спринтак я его назвал, да, транзит, конечно же. Транзит заезжает, чтобы помыться в мойку. Ну а всех желающих также помыться, либо переобуться, ждем здесь же на 78-м километре МКАД, 2 корпус 4. За качество ребята отвечают. Друзья, прямо сейчас на нашем YouTube-канале вышел фильм про нашу команду Fresh Auto Drift. Дело в том, что мы проживаем сейчас, наверное, одни из самых сложных времен в нашей истории. Команда буквально в смысле развалилась. Нас покинул почти весь